Я нахожусь на выставке в Париже, около стенда корпорации МИА. Здесь у нас Тигран нас приветствует. Вадим. И? Елена. И Елена. Вот они представляют нашу марку здесь, достойно в Париже. Несколько марок. На самом деле. Несколько марок, очень интересных. Шелк натуральный, шелк искусственный. Коллекции. Да, давайте, Тигран, подходите. Да, давайте я все-таки расскажу, наверное, да, да. Что у нас разные есть коллекции, а именно коллекции из полиэстера, из хлопка с шелком. Это уже пляжные. Это уже пляжные коллекции, да, пляжные коллекции. А вот из полиэстера, из чистого полиэстера, из жаккарда, это вот другие коллекции. Так, здесь мы пропустили. Вот. Давайте я извиняюсь, да. Это перспективные коллекции, которые будут приходить весна-лето. Это уже хорошо зарекомендовавшиеся коллекции, которую знает наш любимый покупатель. И мы продаем уже не один год. Это классические коллекции в черном-белом цвете. Какое нежное кружево. Да, это кружево Шантели. Французское кружево, ну, недорогое, правда, недорогое. Многие покупатели знают уже нашу вот эту именно коллекцию. Есть другая коллекция, более закрытая коллекция, более, скажем так, скромная коллекция, тоже с множеством кружев, с кристаллами Сваровски. Ну, это плохо видно, наверное, я даже не блестят, знаю. Блестят, видно. Да? Разные все коллекции. Мы не все привезли, к сожалению, в Париж. Потому что у нас был ограничен багаж. Тут, к сожалению, только 20-30% коллекции, которые мы привезли. Все остальное мы покажем в Москве. На выставке в Москве, где вы принимаете участие, на CPM. На CPM, на текстильных проме. Дальше вы можете увидеть жаккардовые коллекции, полиэстер. Это тоже перспектива, которая придет весна-лето. И видно расцветочки такие. Да, вот весенние. Это вот они. Это вот классическая летняя коллекция, которая уже достаточно себя хорошо зарекомендовала. Популярная, тоже жаккард. Красивые вещи. Так, вот начиная отсюда и кончая вот этими, это все коллекции, которые сделаны из смесовой ткани. Там 70% натурального шелка, 25% полиэстера и 5% эластана. Из них есть коллекции, которые уже себя достаточно хорошо зарекомендовали. Dolce Vita, Шафран, Лилиана, Эдем. И 100% шелк, жаккард. Жаккард 100% шелк. Тоже неплохая коллекция, уже 3 года у нас существует, классика. Вот. И есть, многие знают эту коллекцию, коллекция Анжелин, которая является тоже одном из хитов, наших хитов. Классическая коллекция из жаккарда, белый розовый цвет. Что немаловажно, это все доступно по ценам. Да, цены все реальные. Скажем, условно, рубашка стоит 700 рублей, 800 рублей. Ну, в зависимости от прайса. Да. Да. Я вижу упаковка. Да, упаковка. Значит, вот такая упаковка, которая разрабатывалась итальянскими дизайнерами, Анджело Беллини, как вы можете увидеть здесь. Это серия Mia Sofia. Значит, очень удобная, подарочная. Что-то дается бесплатно, что-то дается платно, в зависимости от заказа. Да. Значит, дальше есть тоже подарочная такая вот упаковка, шкатулка для натурального белья. Ну, можно не натурального, это как угодно. Значит, тоже дизайн Анджело Беллини. Хорошо. Спасибо. У нас краткое интервью, такое видеоинтервью-экспресс. Видеоинтервью. Да. Сейчас я еще сниму ваш стенд снаружи, как он выглядит. Вот так вот выглядит. Сегодня понедельник, последний день работы, людей уже мало. Основная масса была в субботу-воскресенье. И надо сказать, что интерес был продукции Mia Mello, Mia Sofia, то, что представляет Тигран, очень большой интерес. Хотя и первый раз выставляется, но понравилась продукция. Ну, приглашаем наших зрителей на выставку в Москву. 17-го начинаются февраля, Текстиллекпром, потом CPM. Вот, ждем на стенде у Тиграна. Ждем всех у нас в Москве. Welcome to Moscow. Спасибо большое. Спасибо.